Три тура, и ситуация примерно вот такая. Знаете, я вчера начинал стрим, по-моему, это был 18-й тур, и я был на 9-м месте. До зоны Еврокубков было совсем немножко, не шучу. И я даже обронил неловкую фразу, что, дескать, если мне сейчас повезет и прям команда попрет, Сокол взлетит, то, возможно, даже зацепимся за Еврокубки. Но потом случилось вот это вот. Смотрите, короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть поражений подряд. Это, конечно, чутка мой пыл охладило, но я все равно в команду верю. Отрыв от зоны стыков 5 очков. 5, я правильно все посчитал. Но у Ахмата матч в запасе. Причем у нас матч с Ахматом в последнем туре. Там такая может быть драма, но увидим все сегодня. Сегодня у нас матч с Нижним, с ЦСКА и, соответственно, с Ахматом. Кстати, кто не видел, у нас реально звездный новичок. Впервые прям, ну, серьезный футболист зашел в Сокол. Это Ферри. Не то, чем ваша мама моет посуду после того, как вы покушаете. А футболист, проведший за Лион 160 матчей. Довольно известная личность, ну, для тех, кто шарит за футбол, ну, типа меня, ну, и типа тебя, чувак. Ты же шаришь за футбол, а? Ну, раз ты смотришь FM, ты должен шарить за футбол. Кажется, что матч простой, потому что Нижний на 15-м месте, но на самом деле нет, потому что, во-первых, у нас два футболиста основы не сыграют, во-вторых, как видите, в команде опять какие-то смутные времена. Все друг с другом разосрались, устроили какой-то дом-2, все вот... Ругань, скандалы. Так, что мы будем с этим делать? Давайте думать. Во-первых, вместо Каммингса, конечно же, сыграет месье Глущенков. А вместо Евгеньева, как бы я этого не хотел, наверное, придется ставить Исюкевича. Решила все-таки все эти антилинки убрать. Секундочку, вот так вот, все, прекрасно. Не очень контрастные формы, но Терентьев как прорывается по флангу. Как он прорывается по флангу? Он никак не прорывается по флангу. Хотя, погодите-ка, это что, это пенальти? Что ты дразнишься, а? Тем временем первый тайм совсем незаметно проходит. Вновь какая-то заминка. Матюнин побежал к микроволновке. Глущенков пошел бить. Легенда. Бомбардир. Душа команды. Матч полностью за нами. По владению мячом, по моментам и так далее. Вот еще и красная у... Нижнего нужно просто довести дело, ну, до логического завершения. И судья как бы говорит: ребята, я сам смотрю стримы Чейза, мне очень нравится, переживаю за Сокол. Кстати, сегодня будет стрим, пацаны. Ух, не шути так со мной, игра. Ну, давайте, чуваки, вот все-таки решим это дело. Поэтому паста, раца, по итальянской системе. Ну вот оно! Вот оно! Просто! Как там говорят модные люди, скример, да? Это просто мне это слово в новинку, я живу в Туле, мы до сих пор пользуемся словами типа береста, я не знаю, там, боярин, Nokia 3310, в общем, такими древними словами. Ну какой он, какую пушку! Знаете, подобный гол, по-моему, Иньеста забивал Реалу в 2015 году, когда... При Бенитосе 0-4 было. Ахмат свой матч сыграл в ничью, причем с Енисеем. Это просто здорово. И я не знаю, какой гений составлял расписание, потому что у них уже через 2 дня матч с Краснодаром. Они кубок выиграли, что? Ну, понятно, они эту тактику Мэдисона скачали. Вот, давайте без каких-то там обрезок, монтажа и так далее. Матч Ахмат-Краснодар. Очень для нас важная игра. Вот, смотрите. И Краснодар, само собой, их прибил 3-1. И что у нас получается, друзья? 2 тура до конца. Так, погодите, я что-то неправильно посчитал или что? Все, мы остаемся. Погодите, 7 очков и 2 тура до конца. Все, мы остаемся, правильно? Да!
Вот так вот все решилось, да? Да, чуваки, интриги не вышло. Ну, давайте оставшиеся два матча сыграем на большой скорости, поэтому сделаем вот так вот. И мне, как болельщику ЦСКА, обидно то, что вот в ФМ ЦСКА где-то тура до 20-го шел на первом месте с большим отрывом, потом просто повалился. Начали поражения, ничьи, теперь «Зенит» чемпион. Ну, конечно же, нам забивают гол, но этот гол уже ничего, по сути, не решает. Ни для нас, ни для ЦСКА. Хотя, в принципе, знаете, вот, например, 10-11 место, разница там в пару сотен тысяч призовых есть. Но нас это уже, походу, не беспокоит. Весь Саратов гуляет, наконец-то, наконец-то, после того просто кошмарного сезона. Мы смогли, мы спаслись. Не жалко, абсолютно не жалко. Ну, и такое бывает. Вообще, мы команда веселая в этом сезоне. Мы сами любим соперника разгромить, порой нас громят. Ну, это чаще происходит, судя по статистике. Но мы, как я уже показывал, довольно забивная команда. Чё за бред? Последний тур, всегда все команды последний матч играют в одно время. Но почему у Спартака и у Нижнего еще один матч после этого? То есть у них по 28, у всех по 29. У них матч будет летом аж. То есть уже будут, наверное, стыки за... Ну, между командами РПЛ и ФНЛ, а Спартак будет играть чушь какая-то. Ну да, это нас не беспокоит абсолютно, у нас матч с Ахматом. И знаете, я бы Ахмату матч слил, если бы мне подарили Toyota Camry, понимаете, о чем я? Но что-то я не вижу под окном сейчас новой японки, поэтому играем в полную силу. Да, странная ситуация, то есть все уже... Я такое вообще впервые вижу, чтобы... Не знаю, может, как-то FM чутка... того? Это как? Это у вас такое когда-нибудь было? В реальном футболе такое вообще возможно, чтобы... Крылья проигрывают, а Ахмат играет ничью. То есть сейчас Ахмат спасается. Если сейчас они еще и забьют нам, то вообще, можно сказать, обеими руками будут держаться за РПЛ... Нет, я матч не сливаю, у нас есть спортивный интерес. Мы можем, например, занять место на одно выше. За пару сотен лишних гривен, но... Мне кажется, что мои футболисты уже все в отпуске. Или же нет, или же я не прав. Или же прав. Подача была не самая удачная, при этом мы не можем закатить. Вы спросите, что я так тороплюсь, играю быстро матч, потому что там играет Ростов, молодежка. Очень интересный матч в Сочи, реально. Как они... Хочу хотя бы на второй тайм успеть. Поболеть за родной Ростов, за ребят, но вроде бы они там проигрывают. Один гол, и мы будем на 10-м месте. А там, я думаю, что ну реально пару сотен тысяч призовых разница-то есть. Поэтому, пацаны, ну... Каждому по шаурме, спасибо, все, не кушаем все лето. Да, это очень здорово, что мы обыграли Нижний, потому что иначе у нас было бы 31 очко. И там мы бы с крыльями там по всяким там микропоказателям соперничали. Но с другой стороны, это последний матч Ринкона за нас, потому что аренда его не продлевается. Так что, братан, ты был крут, до скорых встреч. Хотя бывает такое, что... футболистов вновь на аренду ставит. Что это, третий гол, да, как раз таки с фланга Ринкона. Я, ну, да, как, ты кому это? У нас в Сочи, у нас в Саратове карнавал, друзья. Ту-ту-ру-ту, самба, де-жанейро, ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. Все, судья, давай, у нас отдых заслуженный. Мы к этому шли, это получается пятый сезон. Глущенков забивает гол, спаса Ферри. И вот такая почти итоговая таблица чемпионата, друзья. Сегодня стрим, напоминаю, будем делать мощные трансферы или не очень мощные, скорее всего, не очень, потому что руководство у нас не шибко щедрое. Пока что бюджета нет, давайте промотаем 1-2 денечка. Нет, очень странно, пока что никакой информации по бюджету нет. Минус 3 миллиона 600 тысяч. Ну, в общем, друзья, да, на стрим приходим, там я вас обласкаю, до скорых встреч на стриме.